Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить вот такую интересную, очень красивую модель с таким необычным плечом, оформлением рукава и выреза горловины. Да? Посмотрите внимательно. Здесь у нас рукавчик как бы плавно переходит в V-образный вырез горловины, да, и причем идет на контрасте лицевая гладь и мелкий такой симпатичный ажурный узорчик. Очень интересная такая задумка дизайнера. Эта модель взята из немецкого журнала «Бурда». Вот, и, в общем-то, она мне очень приглянулась, решила сделать мастер-класс. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в моем мастер-классе будет выкройка, схема. Выкройку я составила сама, потому что не присутствовала она в журнале. Так. И, в общем-то, попетельное описание, то есть инструкция по вязанию. Все будет предложено вашему вниманию, мои хорошие. И к тому же мы свяжем этот образец, так сказать, практически потренируемся и определим плотность вязания. Итак, сейчас мы начинаем с выбора пряжи. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Superlana Classic. 25% шерсти и 75% акрила ее состав. И в 100 грамм 280 метров. На джемпер понадобится где-то грамм 450-600, в зависимости от размера. Вот так выглядит наш узор, который мы будем вязать сегодня. Это образец. Здесь у нас с вами два рапортика в ширину и несколько рапортов в высоту. Значит, очень мягкая пряжа. Ну, конечно, здесь большое количество акрила, поэтому, соответственно, они колятся. Высокообъемный акрил. Используется ниточка хорошей скруточки. Совершенно она не пушится. В общем, такая гладенькая, хорошая пряжа. Я уже вязала из нее немало вещей. В общем, после стирки хорошо себя ведет. Я думаю, что ничего плохого я про нее говорить не буду. В общем, давайте я вам покажу сейчас, девочки, схему и выкройку. Как обычно, у нас с вами будет описание подробное. Я буду вам объяснять, как расположить узоры на тот или иной размерчик. Схема узора выглядит вот таким образом. Да, немного здесь странно у нас. Вы потом поймете, в чем странность, да? То есть, как бы у нас рапорт составляет 14 петель, но по схеме он все 18 занимает. Ну, вот такой вот подход у дизайнеров. Так, итак, высоту рапорт наш с вами составляет 6 рядов и 14 петель, как я уже сказала, кратно 14. Количество петель будем набирать. Ну, вот здесь у нас по рукавчику, да, распределяется по размерам. То есть описание будет составлено на 6 размеров. 42-44 – это SM. ML – это размерчик для 46-48. И LXL – 50-52. Вот такое вот описание будет у нас присутствовать на эти размеры. Вот. И, в общем-то, вот эти крестики, именно отсюда будет у нас начинаться узор для тот или иной размер, мои хорошие, по схеме. То есть вы начинаете от крестика, заканчивайте этим же крестиком, соответственно, для вашего размера. И по центру у вас идут определенное количество рапортов. Но об этом будет чуть позже, в конце
нашего мастер-класса, когда мы свяжем образец, я буду это все объяснять уже более конкретно и детально. Про условные обозначения. Вот здесь они все есть. Можете почитать. Все вот я вам сейчас показываю, да. Сделайте скрин. Ну, вообще-то все описание, всю инструкцию я сейчас стала выкладывать на своем канале в Яндекс.Дзен. И ссылочка будет под видео. Будет целая статья, посвященная этой модельке. Теперь, что касается выкройки. Выкроечку, девочки, я рисовала сама. Не было этой выкроечки. Взяла из другой модельки выкроечку. Ой, это я сильно... В общем, больше никак не получается увеличить. Вот смотрите. Значит, ширина у нас получается спиночки и переда одинаково вяжутся две детальки. Да? 48 сантиметров ширина на первый размер. 52,5 на второй и на 52 размер 57 сантиметров. Так, по рукавчику. Ну, в общем, вот это все вы увидите в описании. Как мы делаем этот скос, да. Все это будет, в принципе, более детально, подробно рассказано в описании. Теперь по поводу рукавчика. Итак, схематично у нас выглядит рукав вот таким образом. Его выкройка, да. И, в принципе, вот эта часть верхняя, подрисованная мною, выполнена на основе описания из немецкого издания. То есть именно там звучат эти размеры высота и эта ширина. Именно там. Описание выглядит вот таким образом, которое я составляла на основе описания из немецкого издания, из Бурды. Вот все, что я вам говорила про размеры. Вот так они обозначают ширину изделия и длину изделия. Ну, здесь присутствует моя пряжа, которую я выбрала. Спица 3,5, расход пряжи 450-600 грамм. Все это я не буду сейчас зачитывать. Это все будет в инструкции по вязанию. Ссылочка будет под видео. Поэтому просто пролистаю и объясню. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. Смотрите в конце видео, после того, как свяжем образец, как я это делаю. В своем объяснении я не заостряла внимание на вертикальной плотности. И сейчас я обязательно это объясню, мои хорошие. Вот смотрите, идет строка. Когда длина спинки составит 42 сантиметра, я пишу, равно 100 рядов. Что это значит? Я говорю, что обязательно нужно соблюдать вертикальную плотность, чтобы после стирки или влажно-тепловой обработки ваше изделие не вытянулось очень сильно ни в ширину, ни в длину. Для этого мы и делаем расчет плотности. Но многие забывают про то, что плотность бывает еще и в вертикальном направлении, да? Поэтому мы ее определяем с вами в нашем мастер-классе. В одном сантиметре у нас получается 2,4 ряда. И вот эти 42 сантиметра я умножаю на эту плотность. Отсюда берется вот эта циферка 100 рядов. Понимаете? Обязательно измеряйте не рулеточкой, не сантиметрами, а рядами, мои хорошие. То есть закрывать петельки для скошенного верхнего края вы начнете, когда свяжете 100 рядов лицевой глади. Вот таким образом. Обязательно заостряю на этом внимание. Также во всем другом руководствуйтесь. Руководствуйтесь при длине рукава то же самое. Все обязательно переводите в ряды. Любой сантиметр в длину, любую мерку в длину переводите в ряды. Это будет правильный подход. Видите, вот, когда длина рукава составит 40 сантиметров, равно 96 рядов, вот тогда вы совершаете то или иное действие. Обязательно, мои хорошие, этим руководствовать. Все. В общем-то, видите, журнал Бурда Грацион от 19 года, номер 3. Взято это описание. Ну, вернее, оно немножко подкорректировано,
мною, да, потому что у нас с вами другая пряжа, в общем-то, и, в общем-то, поэтому здесь идет несколько другие величины, да, другие параметры. И давайте сейчас начнем с вами вязать образец. И, в общем-то, далее мое объяснение, откуда что берется, почему именно такое количество петель набирается. Кому интересно, особенно для начинающих девочек или у кого еще пока недостаточно опыта, в общем, смотрите, мои хорошие, полезные вам будут даваться понятия, пригодятся не в этом изделии, так в другом. Пожалуйста, пользуйтесь. Я с удовольствием все это вам рассказываю и показываю. Так, у нас с вами схема вот таким образом выглядит. Для образца будем набирать 35 петель и распределять петельки. Начинаем. Первый ряд у нас идет. У нас здесь получается с вами два раппорта, и с двух сторон я прибавила по 2 лицевые и 2 кромочные. Вяжем первый ряд. Лицевая. Так, значит, первая у нас идет кромочная, далее идут 2 лицевые. Изнаночная. 2 лицевые. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я это делаю таким вот образом, меняю петельки местами. Если вы вяжете классическим способом, то вам это легко сделать. Значит, далее мы делаем накид, лицевая, накид, изнаночная. Начинается наш раппорт. Раппорт, накид, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, изнаночная. 2 лицевые. 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид лицевая, накид изнаночная. Провязали раппорт. И петельки за раппортом вяжем. Накид лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная. И 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Второй ряд, изнаночный ряд, вяжем все петли изнаночными, в том числе и накиды. На сами третий ряд узора вяжем первые 2 лицевые, изнаночная, лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Вяжем с вами раппорт узора. Первая идет лицевая, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, изнаночная. Далее опять лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Провязали раппорт. И за раппортом вяжем. Лицевая, накид, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем изнаночными петельками. Пятый ряд вяжем 2 лицевые, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. И начинаем раппорт.
2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Провязали раппорт. Дальше идут петельки за раппортом. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. И 2 лицевые, кромочная, вяжется изнаночной. Шестой ряд. Вяжем изнаночными петельками. И теперь раппорт у нас повторяться будет с первого ряда снова по шестой. Так, как видите, здесь у нас с вами 2 раппорта. Так, мои хорошие, давайте сейчас сделаем влажную тепловую обработку образца, узнаем плотность. И далее будем уже делать расчеты. Горячим паром наш образец обдаем. И даем ему высохнуть. Вот такой у нас интересный получается узорчик. Красивенький, необычный. Еще лицевые петельки вот справа-слева. Раскладим, чтобы красиво смотрелось. Так, все. И пусть красота сохнет. Считаем вертикальную плотность. У нас 30, у меня в образце 36 рядов. 6 раппортов я связала. И 15 сантиметров. 36 поделить на 15. Плотность по вертикали 2,4 ряда в 1 сантиметре. Так, и сейчас мы наш образец с вами будем в ширину измерять. Вот мы его так свободно положили. И прикладываем линеечку нашу. Получаем 16 сантиметров. Да, и у нас 35 петелек. 35 поделить на 16. 2,18, да, сотых. Получаем, ну, 2,2, да, пусть будет. 2,2. Немецкие дизайнеры не очень-то любят объяснять подробно. Поэтому буду объяснять своим русским языком, да. Смотрите. Значит, у нас будет с вами построение. Выкройки нет, сразу говорю. Не позаботились. Дизайнер снабдит нас выкройкой. Выкройка, как вы понимаете, нестандартная, да? В общем, у нас лицевая гладь идет по переду и спинке. И по рукавам ажур, да, который мы с вами вот этот вязали. Так, в общем, подробно они описывают все, как там, сколько петель, что прибавить, убавить, но ничего не расписывают конкретно по узорам, да. И смотрите, по ширине спинки, как вы помните, наша выкройка, как обычно, бывает, да, ну как бы, вот такая будет выкройка у нас, вот так она будет выглядеть, и сюда будут добавляться рукавчики. И выглядит это будет вот таким образом. Выкройка. Ширина спинки и переда у нас будет на 3, вернее, там получается на 6 размеров. Значит, первый размер 42, 44. Я вот где-то записала. А вот, смотрите. 42, 44. Ширина спинки и переда 48 сантиметров. Для 46, 48 размеров ширина спинки и переда по 52,5 сантиметров, и для 50-52 размера ширина спинки будет составлять и переда 57 сантиметров. Длина также для первого размера 66, второго 67, третьего 68 сантиметров. Так, далее смотрите, такая у нас с вами особенность раппорта нашего.
В общем, 14 петель у нас получается. На схеме это как 18 изображено, но по сути, когда у нас 3 вместе убавляются, а тут 2 прибавляются, в общем, 14 петель, девочки, у нас в раппорт составляет 14 петель. Так, и смотрим дальше. Как определить, сколько петель лицевой глади нам набирать? Мы с вами плотность определили по узору, но она такая же, как и в лицевой глади. Поэтому мы наши с вами 48 на первый размер ширину спинки умножаем на плотность по горизонтали 2,2, получаем 106 петель. Вот я написала. Для второго размера 52,5, я также умножаю на 2,2 плотность, получаю 116 петелек. И для третьего размера 57 ширина спинки и переда умножить на 2,2 плотность, будет 126 тоже петель. 125 и 4. 126 петель. Так. И набираем, значит, петельки. У нас резиночка 2 на 2 будет. То есть кратно получается 4, да? 106 поделить на 4. Не получается. Девочки, будет 104. Значит, будем набирать на резиночку меньше количество петель, а затем в последнем означенном ряду равномерно будем прибавлять, для того, чтобы выйти нам на наш узорчик. Да? Это по рукавчику. А здесь просто лицевая гладь будем вязать, и все. Так. И вот здесь будут у нас идти убавочки. Сколько убавлять, я подробно напишу в инструкции в своей по вязанию, в описании будет, да, присутствовать. Так, дальше. С этим все понятно, да, убавки я здесь не буду заострять внимание, выкройки нет, тяжело рассказывать на пальцах, да. Поэтому давайте самое интересное, это, конечно, форму рукава и как его вязать. Значит, по рукаву, смотрите, мои хорошие, выкройка интересная такая, я ее нарисовала по их описанию. Что у нас идет с вами несколько, начинается снизу рукав вязаться, идет резинка 2 на 2 и переходим на ажурный узор. Ажурный узор у нас будет с вами, вот внизу я из их плотности обратным отсчетом определила, что по низу на маленький размер 27, на большой, на средний, то есть 31, и на большой 35 петель у нас будет задействовано с вами в узоре, да? И по петельно это будет выглядеть как 61, 69, 77 петель. Мы будем делать с вами прибавки по скосу, и на высоте 40-42 сантиметра, в зависимости от размера, у нас должно с вами быть 91-92 или 107 петель, это на наши размеры на 3, да? Вот, затем мы делаем с вами убавки, как у проймы. Здесь вот, ну, как вот окат мы вяжем, когда рукава выходим на окат, да. И идет прямое полотно, мои хорошие. Придет прямое полотно на высоту 20 сантиметров. И здесь у нас должно с вами быть задействованы узоры. Как это должно выглядеть? Посмотрите, пожалуйста, как это должно, мои хорошие, выглядеть по узорам. Значит, смотрите. По низу. Начинаем узор по низу. Набираем 60 петелек. Вяжем резиночкой 2 на 2. Затем переходим на через определенное расстояние. Там я напишу в описании поточнее. Переходим на узор. На спицах прибавляем в последнем ряду одну петлю. И на 61 петле начинаем с вами распределять узор по схеме. Посмотрите на эту схему, да? Здесь обозначены вот крестиками на маленький размер дополнительные, то есть вот к раппорту добавляются вот эти дополнительные петли на ваши размеры. То есть вот здесь SM, да, LM, это 46-48, и XL, XL на 50-52, вот крайние точки на схеме, они добавляются. Как это выглядит по петельно, потому что здесь не соответствует вот эта схема тому, что у нас на петлях лежит, да. И вот я это все расшифровала, мои хорошие. Смотрите, это 4 раппорта по 14 петель, здесь не 18, а 14 петель раппорт.
Вот, 4, это 4 по 14 петель раппорта, получаем 56 петель. Плюс, смотрите, 2 петли у нас участвуют перед раппортом и 1 петля накида не считаем. После раппорта, да, вот, задействовано в нашем маленьком размере. И плюс 2 кромочные, итого получилось 61 петля. Вот отсюда это берется. Дальше, для второго размера будет, значит, также набираться резиночка 68 петелек. И далее на 69 петельках мы будем распределять узор. 4 также будет раппорта по 14 петель, вот этих вот, друг за другом подряд, но начинать мы будем с вами с 6 петель, вот у нас наш значок, да, 6 петель здесь идут, смотрите, считаем по изнаночному ряду, удобнее считать, 1, 2, 3, 4, накид не считаем, 5, и изнаночные 6, видите, прибавила 6 петель перед раппортом и 5 петель после раппорта, также считаем, накиды не считаем, 1, 2, 3, 4, 5 петель. Видите, вот крестик стоит на второй размер. Так, то есть вы, мои хорошие, должны понять, да, что мы с вами начинаем вот с этих петель, как у нас тут 6, да, по схеме, вот от этого крестика. Затем вяжем 4 раппорта подряд, вот эти 14 петель, и завершаем все вот до этого крестика. Все. Вот таким образом распределяется 69 петель узора. Ну и на третий размерчик будет набираться 76 петель на рукав. Затем переходим на узор уже с 77 петлями, одну прибавляем в последнем изнаночном ряду. Также у нас будет 4 раппорта по 14 петель, это 56. И остальное будет петельки вот с таким образом распределяться. Посмотрите. Значит, вот у нас последние петельки, да? То есть у нас с вами будет 10 петелек перед нашим раппортом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид не считаем. 9 и 10. Все. 10 петель. И 9 петель таким же аналогичным образом до конца без накидов считаем. Плюс 2 кромочные. Итого 77 петель. Мои хорошие, получается. Вот так. Затем у нас идут прибавки по скосу, как я уже говорила. Здесь пишут, что прибавочки распределяете таким образом, чтобы вот 73 петли у нас было задействовано на узоре. Все остальное будет уже вязаться лицевой гладью. То есть не надо там ничего будет придумывать. Включайте остальные прибавочные петли. Просто лицевая гладь. Вот. Это для всех размеров касается. Так, все, с этим тоже понятно, да? На высоте 20 сантиметров вяжется резиночка 2 на 2, несколько рядов, и петельки все закрываются. Это будет у нас как раз, где линия горловины, вот здесь резинка. Все, вот такая вот интересная форма у этого, у этой модели. Конечно же, без подробного описания, которое я выложу под видео, не обойтись. Сложно это все понять. Я тоже сидела, разбиралась, потому что ничего не расшифровывают они в своем описании. Просто тупое какое-то вот это вот попетельное, так скажем, набор. И ничего они не объясняют. Как, чего. Ну, конечно, схематично-то можно разобраться, да? Но здесь же вот эта путаница с накидами, да? Поэтому это надо учитывать. И вот я разобралась, попыталась вот до вас донести. Надеюсь, вы меня, девочки, услышали, да? Так, все. Давайте на этом будем завершать мастер-класс. Я желаю вам удачи. Думаю, что вы вполне все это, азбуку всю эту изучите, которую я вам сейчас сказала по этой модельке. Разберетесь, мои хорошие, и свяжете этот красивый джемпер, очень красивый, согласитесь, необычным таким узором. И давайте до новых встреч!